Последнее время на территории города Сочи отметилась устойчивая тенденция к увеличению пассажирооборота. Среди всех видов транспорта особо востребованным у пассажиров является автобусный транспорт, на который приходится более половины перевозок. Госавтоинспекция города Сочи с другими заинтересованными службами на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия, направленные на проверку технического состояния транспортных средств, а также путевой документации. Вместе с госавтоинспекторами на дороге вышли специалисты Ространснадзора. При проверке особое внимание уделено соблюдению режима труда и отдыха водителей, а также изменениям в конструкции автобуса без согласования с ГИБДД. Чаще всего водители устанавливают дополнительные сиденья, загораживая аварийный выход. За время проверки были выявлены 2 перевозчика, работающие без лицензии, и еще 2 водителя ехали без путевок. В 3 автобусах обнаружено незаконное переоборудование. Водителям выданы предписания устранить все изменения конструкции. Если перевозчик проигнорирует замечание и не представит машину на проверку в установленный срок, регистрация транспортных средств будет аннулирована.